тьма страха не помышляет, но бредут они по пятам и немного вперед забегают наши страхи и здесь, и там. Окружают и тянут к лесу, где таится наш главный страх. Наши страхи, да ну их к бесу, если бес еще при делах. Разве есть нам чего бояться, катаклизмов, страданий, тьмы? Но откуда им было взяться, если это не сами мы? Не сами мы. Страхи мы порождаем в виде монстров и злых собак, а потом их собой питаем и у неба все просим знак. Как спастись от своих творений и куда нам от них бежать, если только поля прозрений, чтоб за это ответ держать. И понять, что сражение будет катаклизмы, страдания, тьма. Нас всегда на земле погубят, если только сведут с ума. Если нас по рождении Бога хватит лишь на создание тьмы, так туда нам тогда дорога, без прощения и сумы.